между первоклассниками. Незабываемый момент в жизни каждого – окончание школы. Завершается беззаботное детство, впереди новая, взрослая и самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. На торжественной линейке перед школой по традиции выстроились ученики 11-х и 1-х классов. У младшего поколения все еще впереди. А вот для старших марафон уроков, перемен, домашних заданий и контрольных работ окончен. Первоклашки вручили 11-классникам ленты выпускника, а те, в свою очередь, подарили им сладкие подарки. Затем в актовом зале школы собрались родители, гости и учителя. С приветственным словом к выпускникам обратилась директор гимназии Алла Курбатова. Она отметила, что на протяжении всех 11 лет ребята защищали честь школы на олимпиадах, где показывали высокие результаты, участвовали в спортивных соревнованиях и всевозможных конкурсах. Школа гордится такими учениками. Директор дала выпускникам последние наставления перед вступлением во взрослую жизнь. Каждому ребенку, родившемуся на земле, очень нужны родители, учителя, тренеры, которые многому научат. В результате общения, с которыми вы познаете этот мир. Наступает такой момент, когда мы должны выпустить вас из своих ладоней, и когда вы должны доказать, на что вы способны. У меня есть абсолютная уверенность, что вы прекрасно сдадите единый государственный экзамен, потому что за вашей спиной столько труда вашего учительского, родительского. Сейчас надо смотреть вперед, в будущее. Набраться сил духовных, в первую очередь, для того, чтобы выдержать все и доказать всем нам, взрослым, которые так многого от вас ждут, что вы состоялись. Директор пожелал ребятам успешно сдать экзамены и не забывать родную школу, где им всегда будут рады. Громкими аплодисментами выпускники приветствовали своих учителей, которые на протяжении всех этих лет были рядом. Заботились, поддерживали в трудные минуты, порой ругали и были строги, но главное, всегда искренне любили своих подопечных. Последний звонок – немного грустный праздник для классных руководителей выпускных классов Дарьи Звановской и Лилии Сенаторовой. Прощаться со своими воспитанниками непросто. В этот день со сцены звучало много теплых слов и пожеланий. Учителя подарили выпускникам очень трогательную песню и фильм с лучшими моментами насыщенной школьной жизни. Потом на сцену поднялись герои дня – выпускники, чтобы выступить с ответным словом и поблагодарить педагогов за переданные знания и опыт, а также дать первоклашкам особый наказ. И вот долгожданный момент – звенит последний звонок. Школьные годы позади. Выпускники 11-х А и Б классов прощаются с родным учебным заведением. Красивые, смелые, амбициозные, готовые завоевывать мир. Вот они, выпускники 2017, которые испытывают в этот день море самых разных эмоций. Я рад, счастлив, с друзьями. Сейчас будем танцевать последний вальс, выпускать в небо шары. Вот, все это очень радостно. Но, думаю, скоро грусть придет, потому что все-таки 11 лет отучился в этой школе. И привык всем. Думаю, с одноклассниками будем встречаться. Мы дружные все, мы сможем найти время, чтобы встретиться. А вот с учителями, думаю, будет хуже. Но буду стараться с ними встречаться как можно чаще. Конечно, ребята волнуются, ведь совсем скоро начнется непростая пора выпускных экзаменов. Время выбирать направление дальнейшего пути и покорять новые вершины. К ЕГЭ выпускники гимназии Дмитров готовились долго и усердно. И теперь должны показать максимум, на что способны. Я поступать собираюсь в Институт нефти и газа Губкинский. Вот, собираюсь быть инженером. Очень волнуюсь. Нас 11 лет этим пугали. Вот, нам еще говорят сейчас, Вов, не пугайся, все будет хорошо. Как не пугаться? 11 лет к этому готовился. Ужас какой-то. Вот, а так, да, конечно, вся жизнь зависит от этого. Сегодня выпускники гимназии достойно вступают во взрослую жизнь. Перед ними открывается множество дорог, и каждая может привести к успеху, если приложить старания и достичь мастерства в выбранном деле.